Шалом, мир вам! Мы рады сегодня разделить этот прекрасный, чудесный вечер вместе с вами. Вас приветствует еврейская мессианская община «Свет Мессии» и «Евреи за Иисуса». Пусть Божий мир сегодня наполнит ваши сердца. Пусть придет сегодня благодать Божья на каждого из вас. Божья защита, Божье упование, Божий шалом. Сегодня вместе с нами. Псалом 150. «Хвалите Бога во святыне, Его хвалите на твердыне силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!» Этот прекрасный день сотворил Господь, чтобы мы все могли радоваться и веселиться в этот день. Присоединяйтесь к этой радости и к этому веселью, который создал Господь, и пусть ваши сердца наполняются Божьим миром и Божьей радостью.
Отец, и Он хочет, чтобы мы делились с Ним. Но наши грехи производят разделение между нами и Им, потому что Он Бог святой, Он Бог праведный, а мы люди грешные. И для того Он и послал Иисуса, чтобы Иисус умер за наши грехи, чтобы Он взял на Себя
наши проклятия, наши болезни. Он устранил эту преграду своей смертью и своим воскресением доказал, что путь к Богу открыт для каждого желающего. Бог не хочет, чтобы кто-то из нас погиб. Поймите, Он нас любит настолько, насколько вот в этом мире самая большая любовь, которая может быть, вот как описывают поэты, писатели, это любовь матери к своим детям. И вот несмотря ни на какие вот проблемы, которые дети творят для своих родителей, родители все равно всегда принимают, скрипя сердце, но принимают. И вот любовь матери в этом мире считается самой большой и самой крепкой. Я вам скажу, что Бог любит нас намного больше, просто несравненно больше, потому что Он отдал для нас самое ценное, что у Него было, своего единственного Сына. Я просто обращаюсь к каждому, кто задумывался хотя бы раз над этим вопросом. Ну, можете подойти ко мне, мы можем пообщаться на эту тему. И я, может быть, еще чем-то поделюсь. Может, у кого-то действительно появится хоть какой-то лучик надежды. Потому что на самом деле выход есть. И выход только в Боге, выход только в Иисусе Христе. И если у кого-то есть желание, подходите, мы пообщаемся. Мы поможем вам встать на этот путь, сделать этот первый шаг. Поможем вам действительно встретиться с Богом и наладить с Ним мирные отношения.